Считанные дни остаются до общеобластных субботников, которые назначены на 14 и 21 апреля. Принять участие в уборке своего двора может любой желающий, обратившись в свою управляющую компанию. О подготовке рассказал заместитель главы Люберецкой администрации Сергей Чувашов. Зима 2018 года выдалась на редкость снежной и продлилась дольше обычного. Поэтому принято решение о проведении двух субботников. Один из них состоится уже 14 апреля. На нем уберут грязь, мусор, прошлогоднюю листву. Второй день уборки пройдет через неделю и будет включать покраску заборов, бордюров и деревьев, вскапывание палисадников и клумб. Тем временем муниципальные службы и управляющие компании работают, не дожидаясь субботников. Уборка территории идет ежедневно. Помимо управляющих компаний, еще наши муниципальные предприятия работают, наше муниципальное учреждение ЖКХ «Благоустройство», вот, и также силами МБУ ДЭП. То есть они содержат дороги. Люберчане приглашаются принять участие в субботниках. Помимо непосредственной уборки территорий, администрация округа организует анимацию и полевые кухни. Уважаемые жители, приглашаю вас принять участие в субботнике 14 апреля и 21 апреля. Чаепитие, угощения будут в массовых местах. Развлекательные программы также будут присутствовать. А в 8:30 утра 14 апреля жители Люберец смогут увидеть парад уборочной техники. 30 единиц машин проедут по улице Кирова. В этом году прогнозируемая явка на оба субботника составит 40 тысяч человек. Это на 11 500 больше, чем в 2017 году. Александра Томей, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.